Сержант Иньян, ваши документы и права на машину, то есть наоборот. Так, это права. А техпаспорт? А, вот и техпаспорт. Так. Ты что, газеты возишь? Да нет, просто окна ими прикрыл, чтобы груз не испортить. А, говоришь, груз везешь, а документы на него имеются? Да вот они. Так, посмотрим, что это. Это накладная, это раскладная, а это докладная. Ага. А это подпись таможенника. Ну а где сертификат на груз? Сертификат покажи. Да вот же, печать стоит. Сертификат есть? Да, вижу. Фактически все документы у вас в порядке. А щекотки боитесь? А? А? Ладно. Нехорошо это. Сколько лет работаю, а вы единственный водитель, у кого все в порядке. Ладно, слушай, что я тебе скажу для моего внутреннего спокойствия. Что не так с машиной? Скажи мне честно, с грузом, для внутреннего спокойствия. Даю тебе слово капитану, на погоны не смотри. Завтра, послезавтра, все это поменяется. Я тебя отпущу в любом случае. Да все в порядке. Даю слово капитана. Обещаю, отпущу. Только честно скажи мне, что не так? Если по-честному, половина товара левая. Ту, я так и знал, что тут что-то не так. Вы же дали слово. Слово дал. Ну, раз уж слово дал, тогда езжай. Что тебе сказать? Зеленые дороги, дачи. Аккуратнее на дорогах там. Сейчас я и сдержу слово. Аферист ли почему? Я говорю, аферист ли почему? Начальник, зачем вы ко мне пристали? Какой еще люфт руля? Все так ездят. Ты мне тут сказки не рассказывай. Раз уж я говорю, значит так и есть. Тебе не кажется, что ты слишком много споришь? Я могу заплатить, но за что? Аферист ли почему? Сейчас я подойду. Липучий на связи. Липучий, лови клиента на белом Рено номер 73568. С бумагами все в порядке, но у него половина товара левая. Минимум можно срубить $300. Деньги поделим пополам. То есть? Ну, по 150 каждому? Вас понял. До скорого. Вы свободны. Давай. Шеф, он уже был готов. Почему отпустили? Нас ждут более приятные моменты. Лейтенант Симонян, с документами все в порядке? Да, товарищ лейтенант, можете посмотреть, вот. Знаю, что в порядке, но я еще кое-что знаю. Вы везете левый груз. Это правда? Откуда вы знаете? Откуда мы знаем, шеф? Из надежных источников. Это действительно так? Ну, раз вы знаете, нет смысла скрывать. Да, ровно половина левая. Очень хорошо. Ну, тогда придумайте, чем нас порадовать. А что я такого сделал, чтобы вас порадовать? Как что? Везешь левый груз и не хочешь поблагодарить за бдительность? Ну да, левый груз, обувь везу, половина левая, половина правая. Липучий аферист, у клиент чист. Что тут происходит? Кто это такой? Шеф, его спящим обнаружили в парке. При себе не имел документов. Слушай, из-за отсутствия документов человека так не обрабатывают. Это тебе не министерство обработки. Уточните адрес, пробейте по базе или отправьте туда кого-нибудь. Подтвердят, отпустите. Адрес он назвал, туда отправили людей. Там сказали, что здесь такой не живет, а база не работает. По какому адресу проживаете, молодой человек? Комитасса 25, квартира 2. Шеф, он опять тот же адрес называет. Отправьте туда человека, пусть как следует проверит. Уже отправили, с минуты на минуту вернется. О результатах доложить. Начальник отделения милиции. Аветян, из оперов кто есть? Скажи, пусть поднимется ко мне, жду. Куда подевалось это дело? Григориан! Ну-ка, признавайся! Что ты делаешь? Ты что, его дубинкой обрабатываешь? Тебе что здесь, столярный цех?
Я тебе сказал, уточни, и потом продолжай. Шеф, буквально только что оттуда пришли и сказали, там такой точно не живет. Молодой человек, может быть, ты с нами хочешь в кошки-мышки поиграть? Адрес сказал, быстро! Комитаса 25, квартира 2. Какой этаж? Первый. Сейчас по своим каналам проверю. Если обманул, всем отделением будем играть точно в почки. Ты с шефом решил в кошки-мышки поиграть, да? Устал уже. Все приходится самому делать. Алло, соедините с ППС. Самозян, это Варданян. Где вы находитесь? А, как раз из 25-го дома мне нужна информация. Надо уточнить, проживает ли по этому адресу один человек. Фамилию? Минуточку. Григориан, как фамилия этого? Хачатрян Самвел? Хорошо, ладно. Алло, квартира 2 на первом этаже. Уточни, проживает ли там Хачатрян Самвел? Я подожду. Да, я слушаю. Не проживает? Это точная информация? Короче, нет такого? Хорошо, продолжайте работать. Новости есть? Он тот же адрес называет. По картотеке проверяли? Да, все чисто. При нем оружие и наркотики имелись? Нет, ничего не было. Ладно, отпусти его. Лишние проблемы нам не нужны. Молодой человек, помойся, приведи себя в порядок и иди домой. Ты еще пожалеешь. Самвелджан, с тебя! Бутылка! За что? Как за что? Сегодня 3 раза милиционеры тебя спрашивали, а я отвечал, что здесь такой не живет. Шеф, можно? А это кто? Хозяин желтого Феррари. Да? Кто к нам пожаловал? Всеми нами уважаемый хозяин Феррари. Проходите, присаживайтесь. Это большая честь для нас. Люди стесняются ездить на желтой шестерке, а ты ездишь на желтом Феррари. Хотел привлечь внимание? Привлек. И не только граждан, но и правоохранительных органов. Кстати, мы запросили информацию из налоговой инспекции. Оказывается, хозяин Феррари числится сторожем в обычной школе и получает зарплату в 10 тысяч драмов. Петросян, скажи, пожалуйста, сколько стоит Феррари? Шеф, по телевизору сказали, где-то 300 тысяч долларов. Ага. А сейчас посчитай, сколько он должен работать, чтобы с такой зарплатой смог накопить на Феррари. Шеф, вчера в отделе с ребятами насчитали 10 тысяч лет. Слушай, как молодо ты выглядишь. Как так получилось? Что вам сказать? Работа сторожа не пыльная, вот сохранился. Ты решил со мной шутки шутить? Здесь только я шучу. Ты понял меня? Ты сейчас быстро мне рассказываешь, где взял деньги на Феррари. Вы действительно хотите знать? У меня был джип Мерседес, я его продал, друзья помогли, денег одолжили и купил Феррари. А где взял деньги на джип? До джипа была семерка BMW, я ее продал, друзья помогли, денег одолжили, я купил джип. На джипе стал ездить. А где взял деньги на BMW? До семерки BMW был Ford, его продал, друзья помогли, денег одолжили, и я купил BMW. А где взял деньги на Ford? А вот здесь стоп, начальник. За этот Ford я уже отсидел. А в конце они поженились и жили долго и счастливо. На этом сказке конец.
А теперь, мои дорогие дети, я вам расскажу анекдоты. Хотите? Гав, 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 гав. Но перед тем, как начать анекдоты, музыкальная пауза. Дети, а кто хочет, чтобы я рассказал анекдоты про чинов? Я! Вау, все хотят! Да! Но я не расскажу этот анекдот, потому что меня поймают и так и забьют, что я превращусь в собаку. Нет, я шучу, никто меня не побьет. Я спокойно могу рассказать этот анекдот. Но все-таки лучше будет, если я его рассказывать не буду. Лучше я вам расскажу анекдот про слабоумных. Хотите? Да! Ура! Значит, слушайте, у слабоумного шатается зуб. Он ставит книгу под зуб, чтоб не шевелился. Дети, а хотите, я расскажу анекдот про милиционера? Да! Ну, слушайте внимательно. Один глупый, очень-очень глупый милиционер идет на работу. Ну, сколько можно? Куда не пойдешь, глупые анекдоты рассказывают про милиционеров, как будто мы тупые и ничего не понимаем. Надоело уже, сколько можно? Но почему вы обижаетесь? Ведь это просто анекдот. Я лично никого не хотел обидеть. Просто рассказываю, чтобы детишкам было весело и интересно. Слушай, ты лучше не вмешивайся. Я не с тобой разговариваю, а с этой собачкой. Понятно тебе? Шеф, уже сутки, как мы сидим в засаде. Может, все напрасно? Нет, не переживай. Информатор надежный. Главное дождаться. Скоро появится. Помните, недавно был случай у вокзала? Троих убили, а из дома вынесли все ценное. Да. Что с этим делом? Его раскрыли? Кажется, нет. Так ничего и не узнали? Нет. А еще недавно торговую палатку ограбили, помните? А-а-а. Ударили продавца по голове, тот еще сознание потерял. Унесли все, что могли. А-а-а. Даже свидетель был, опознал грабителя. А-а-а. А с этим делом как? Тайны, кругом одни тайны. А свидетель, он же все видел? Видел, а потом пропал. Говорят, уехал в Штаты. Ну, а случай в ресторане? Угу. А на прошлой неделе четверо бандитов отняли кошельки у всех посетителей. Угу. Был свидетель, видел машину, записал номера. Угу. Ну а машину-то хоть нашли? Тайны, кругом одни тайны. Интересно, как это так? Каждый день ловим преступников, а там сидят у себя в комфортных кабинетах и ничего толком раскрыть не могут. Да. Шеф, вот они, приехали. Вызывать подмогу! Спокойно сиди на своем месте и увидишь, как работают профессионалы. Что вы тут делаете? Возьми это! И вали отсюда. Ну что ж, что-нибудь разузнали? Тайны. Кругом одни тайны. Ладно, заводи машину. Поехали отсюда.